Если допустить, что самый главный российский флаг вывешен над зданием правительства Красноярского края, то существует целая серия регламентов, федеральных законов и даже штат людей, которые занимаются обслуживанием этого полотнища. У нас, в частности, если вы посмотрите, у нас размеры флага 1.5 метра на 2.25 метров, ну, соотношение сторон 2:3, то есть согласно федерального закона. Официального поставщика официальных флагов не существует. Закупаются они через электронные торги или запросы котировок. В частности, сейчас у нас висят флаги, произведенные в Челябинске. Именно флаги, он, конечно же, не один единственный, закупается несколько комплектов, которые дежурят на 6-метровом флагштоке по очереди. Смена происходит раз в 2-3 месяца. Это зависит от погодных условий. Конечно, вы видите, что материал у нас трехслойный, то есть двухсторонняя сетка и подкладка из шелка у нас. Поэтому она влага износостойкая, то есть специально, чтобы цвет был яркий, насыщенный, долго оставался. Белый цвет намного виднее, да, вот этот цвет, который, по которому мы можем ориентироваться о его износостойкости, то мы его стираем, гладим и опять вывешиваем. И так цикл может быть, ну, до 5-6 раз.